На площади Луговой прошла внеплановая проверка санитарного состояния внутригородских пассажирских автобусов. Ее провели сотрудники управления транспорта администрации Владивостока. Итогом рейда стали два выписанных штрафа коммерческим перевозчикам. Были выявлены нарушения небольшие по санитарии, по крайней мере. К автотранспортным предприятиям будут применены штрафные санкции в соответствии с условиями договора, заключенного между автотранспортным предприятием и администрацией города. Площадь Луговая была выбрана не случайно. Здесь много маршрутов, а значит и объем работы в одном месте значительный. Также во время рейда специалисты проверили работу в салонах автоинформаторов. Здесь обошлось без нареканий. Проверки проходят регулярно на разных остановочных пунктах. Ну, стараемся охватить в основном конечные, потому что там автобусы стоят, без пассажиров проще работать. Напомним, все автотранспортные предприятия Владивостока, занятые перевозкой пассажиров на внутригородских регулярных маршрутах, работают на основе договоров с мэрией, в котором прописаны все условия деятельности перевозчиков. В том числе перечислены нарушения, которые недопустимы в работе наземного транспорта, из-за выявления которых могут быть наложены штрафные санкции. Так, за грязный салон автобуса перевозчик обязан заплатить в городскую казну 5000 рублей. С начала года за различные нарушения сумма штрафов уже составила более 600 тысяч рублей. Дмитрий Беломестнов, новости на восьмом.